Однажды к Иисусу подошел законник и спросил, какая заповедь является наибольшей. Иисус ему сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Мое пожелание для всех, кто сейчас смотрит этот видеоролик: возлюбить Бога всем сердцем своим. Вы являетесь христианином, вы верите в Бога. Мой вопрос вам: исполняете ли вы самую первую и наибольшую заповедь закона? Любите ли вы Бога? А как это проверить? Своей любовью к вашим ближним. Пусть Бог благословит, чтобы мы любили Бога и любили людей так, как это делал Иисус. Так, я тоже хочу підтримати і сказати, нехай вас всіх Бог обильно благословить. Перше всього, шукайте цих особистих спілкувань з Ісусом Христом. Ставте це пріоритетом в вашій житті. Як написано, ищите прежде Царство Небесне, а все остальне потім. Нехай вас всіх Бог обильно благословить. Дякую, благословляємо вас. Додаток Світлого Радіо «Еммануїл» тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.